Холодный ноябрьский день стал настоящим праздником для сотни семей брестских спасателей. Еще недавно их жилищный вопрос решался съемными квадратными метрами или за счет родственников, которые радушно делились своими. А сейчас сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям вручили ключи от новых арендных квартир. В Республике Беларусь последовательно проводится политика социальной направленности. И ярким тому подтверждением является решение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о строительстве для военнослужащих арендного жилья. И мы сегодня видим практические результаты этого воплощения решения. Сегодня 100 спасателей с семьями Брестского гарнизона получат заветные ключи. В жизни каждой семьи есть свои очень важные и трогательные моменты. И получение ключей от квартиры не исключение. 5 домов современной планировки, расположенные в юго-западной части областного центра, распахнули свои двери для семей брестских спасателей. Среди сотни счастливчиков, получивших новые ключи, а вместе с ними и заветные квадратные метры, многодетная семья Авдейчик. Дмитрий и Ольга воспитывают 3 сыновей. В Брест они переехали несколько месяцев назад. Все это время снимали двухкомнатную квартиру, а потому получить свое жилье для них было очень важным и радостным событием. Сегодня в торжественной обстановке мы получили свою квартиру, долго ждали этого, шли, конечно, к этому. Тоже огромное спасибо нашему государству за то, что оказывает нам такую поддержку. Министерство по чрезвычайным ситуациям, в частности, Брестскому областному управлению. До этого жили на съемном жилье, конечно, много финансов уходило на оплату всех вытекающих последствий. Да. Сейчас мы будем дома у себя, да, а для меня, как для мужчины, самое важное, это что надежный тыл, крыша над головой, да, а дальше мы можем спокойно исполнять свои служебные обязанности, четко, неукоснительно и все в срок. Сотрудники службы 101 вкладывают свои силы, чтобы обеспечить безопасность и сохранить наше здоровье. А потому строительство арендных квартир – это лишь малая часть благодарности за тот значимый вклад в жизнь каждого. Предприятия, организации, ведомства во многом поддерживают своих сотрудников и обеспечивают для них хорошие условия труда и социальный пакет. Яркий пример тому – сфера сельского хозяйства. Не секрет, что сельхозпродукция Беларуси пользуется популярностью во всем мире. И это стало возможным благодаря активной и трудолюбивой молодежи, которая все чаще выбирает профессии на ниве сельского хозяйства. За достойный труд к празднику великолепный подарок. Специалисты открытого акционерного общества «Дубравушка Агро» получили ключи от квартир в новом доме в Домачево. 24-квартирный жилой дом оснащен всеми удобствами и готов к комфортному проживанию. Социальная направленность нашей страны, она в первую очередь направлена на то, чтобы люди, которые живут в Брестском районе и в целом в нашей стране, ни в чем не нуждались и с каждым годом повышали свои условия жизни и благополучие свое. Сегодня в этот дом заселятся механизаторы, операторы машин на доение, специалисты, агроном, семья агронома, семья бухгалтера. И я думаю, что эти комфортные условия, а каждый человек стремится жить в хороших условиях, близких к городским условиям. Тут, я думаю, условия будут не хуже, чем в городе, а может быть даже лучше, потому что тут свежий воздух, красивейшая природа. И это все поспособствует дальнейшему развитию предприятия «Дубравушка Агро». Хотел бы пожелать новоселам нашим, чтобы вы счастливо жили в этом доме. Я работаю агрохимиком в Дубравушка Агро. Работаю уже 6 лет. Как бы. Очень рад за то, что получил квартиру. Да. Буду продолжать, конечно же, работать в этом направлении. Стараться. Большой шаг. Да, мы очень рады, что попали в это. Конечно, обустраиваться, мебель. Обязательно кота принести, как традиция. Да. И работать. Комфортные условия проживания – один из самых значимых аспектов формирования новой семьи. Ведь именно семья выступает важнейшим источником создания и передачи духовных и нравственных ценностей.